Так вот так вот выглядит рыбалка с комфортом зимой. Карпа раскладушка. Снизу коврик, чтобы ноги не мокли. Лунки, которые закрываются. Свет септерма на пульте. Пульт висит. Вон он. Здесь под мусор. Здесь стол, просто вас сегодня нету. То есть используем всю внутреннюю часть. Видите, под сумки. Полы Эва. Здесь баллон газовый стоит. Там теплообменник. Там камера Focus Fish. Калипсо. Полка навесная. Там ящик. Там свет для лунок, подсветок идет. Аккумулятор 40-амперный, литиевый. Куча всего. Здесь вот растяжки вешаются на резинках, которые для сушки. Трубу утеплил вот так вот. Вот. Септерму прислали. Вот такую вот на окно ставку. Вот трубу. Также регулятор тоже прислали. Здесь у нас зарядки. Карман навесной можно повесить в любую сторону. И здесь у нас идет регулятор. Вот он, септерма. Все этот рабочий, все хорошо, все замечательно. Здесь вот такая атмосферка. Шум. Вот, и сейчас прям вот как вживую пойдем дальше к Сереге. Здесь газовое оборудование. Они газового оборудования боятся, но мы сейчас пойдем к ним. Вот, посмотрим, палаточка, как это выглядит. Ну-ка, фокусируемся. Ночью свет включен слабенько. Все аккуратненько стоит. Следующий, второй, тоже снегирь. Тоже такой же 4 Т-Лайт. У нас Владимир здесь. Похоже, спит, наверное. Володька, спишь? А свет можешь включить? Я тебя запечатлеть хочу, как у тебя тут комфорт. Не, ну все равно на память, так вот, как говорится. Да? Ну-ка, давай-ка засниму. Ну, чтобы, как говорится, ты потом посмотрел. Ну, ребят, как говорится, он тут, у него романтика, здесь ничего не видно, рукой помаши. Все равно же очерк будет видно, лица непонятно. Печка у него тут. Короче, темнота, не будем ему мешать. Выденяться. Так, идем дальше. Вот эта палатка Сергей покупал на Новый год. А питерский производитель. Серег, питерский же, да? А размер 2,40 на 2,40. Высота только единственная большая. А так палаточка огонь. Вот, немного доработал он. Снизу юбку нужно было усилить, потому что сильный ветер оторвало нафиг все. Термостежка. Вот, карманы, то есть можно и летом, и зимой, и летом использовать. Огромный просто. И не по деньгам недорого. Так, открываем, смотрим, смотрите. Опа. Смотрите, он спал. Сейчас. Сейчас я. А у тебя фиксатор есть, да? Заходи сюда, закрой. Сейчас, подожди. Вот так это, чтобы все выглядит, как вот. Смотрите. Там сетка есть. Начинаем с того, что. А как Серега у нас организовывает. У нас парень очень умный, смотрите. На входе у него, чтобы никто ничего не украл, стоит печка. Печка. Чтобы, если что-то случилось, чтобы сразу обжечься. Руки у него все время паленые. Вот, полы ПВХ, в этот раз все прикрепил, он все хорошо. Вообще все четко. Лучше вообще быть не может. Так, у нас что у нас, кто это? Тентоп, да? Наш Тентоп, да, пионерская организация, которая сделает, в принципе, любой пол, любой цвет, любую толщину ПВХ.
Ну, советую вот и 600-го. Потому что 900-й он сразу прибавляется там несколько килограмм. Что для нас очень чревато при переноске. Ну, короче, вся фишка этих полов, смотрите, они шьют, они прошивают. Здесь люки, открывай люк. Вот, на липучке, то есть здесь все четенько. Да, вот на ночь, чтобы, грубо говоря, отсюда холод не фонил. И все. Вот. А фишка всего пола еще в том, что он идет с бортами весь по кругу. Да. И вода ему не страшна. Вообще. То есть можно палатку установить именно в этот пол. И да. уже из практики было, если будет вода идти, она сюда не попадет. Это вот самое плюс всего вот этого дела. Вот. Все, на стяжечках сделали, маленько доработали вот эти вот. Как они, стропы боковые, чтобы, грубо говоря, крепить пол. В этот раз даже палатку не крепил саму. Так, ты вот расскажи немножко, как у тебя здесь по что нужно для комфортной рыбалки. Вот. Ты... Стол еще. Стол обязательно. Ну, стол надо легкий, невысокий и что-нибудь вот такого вот. Стол нужен, да? Да. То есть маленький. Вот раскладушка у тебя, конечно, покомпактнее, чем у меня. Конечно. Это у нас медведь или кто это? Медведь. Медведь алюминиевая. Размер не помню, ну что-то за двушку. Двухметровые. Они там есть 1,70 м, 1,80 м, наверное, да? То есть, ну, по-любому, это полы, это палатка, это печка, либо такая, либо такая. Ты вот сейчас одел кофту. Так, свет обязательный. Ну, свет, что? Свет тут уже каждый по карману, грубо говоря. Вот эта лампочка я заказывал с Озона, 3,35 она стоит. Что 3,35? 335 рублей. 335 рублей? Работает от пауэрбанка. Пауэрбанк беру уже вторую рыбалку с собой, разрядил только одну лампочку, плюс еще телефон заряжал. То есть он вообще не хавает. Это от аккумуляторов. Но опять же таскать с собой аккумулятор. Ну вес, да, таскать так и так. Вот, смотрите, самая проблема с дровяной печкой. Это вот. Да, брикет, это вес. Это вес огромный. Сколько килограмм? 80 в этот раз тащил? Нет, ну 4 палета, грубо говоря, брал по 10 каждый 40. 40. Мусор весь собираем, как всегда, увозим с собой, это обязательно. Угу. Вот, а у Сереги научился, смотрите. В повадке вот такие растяжки. И я теперь, когда это увидел, нигде, ни в одних не видел, нигде. Вот тут вот увидел. И сам теперь сделал, да. Да, да. Удобно сушить. Вот насчет кронштейна, вот такие вот купить, вешать туда и штаны, и посушиться, грубо говоря, там чего. Че, Володь? Че, рыбу засядь? Он говорит, рыбу в желтом пакете, иди сними. А-а-а. Смотрите, у всех... Показывает что-то там, либо телевизор, либо планшет, либо что. Избуловались, да? Угу. Избуловались. Нет, смотрю. Так. А вот тут вот самолет. Если хотите покайфовать. Да, я даже сегодня, кстати, свет тушил. Ты просто сидишь, чаек пьешь, кайфуешь. Ну вот это вот смак. То, что вот от дровяной. И запах есть. Ну да. Также на ней ты и готовишь, и все. Ну, мы все приходим, у тебя здесь готовим. Да. Поэтому у тебя здесь мусора куча. Это страшно. Тряпочки нет нигде. Все тряпочки срочно. Горелка газовая обязательно нужна. Вот. Дай-ка. Что это? Димана похвалю. Диман короче, подогнал. Ребят, постоянно ездим на природу. Вот эту вот штуку постоянно приходится покупать. 200, 300, 400 рублей, 600. Вообще, кто фирма, вот покажи лайфхак. Просто у нас есть знаю. Человек, который подгоняет там хорошие качественные вещи. Да. Не, ну, как это, цена и качество. Energy называется. Energy, это недорогая. Но и не дешевая. 700 рублей. Это средняя цена для горелок, скажем так. Потому, фишка в чем? В чем? Она всегда зажигается с первого раза. И что очень круто и немаловажно. То бишь она в перевернутом положении тоже работает. Она не начинает шикать, и у нее нет, она даже когда баллон находится, допустим, на улице где-то, или холодный баллон, у нее нет вот этого пух-пух-пух, то есть... Не стреляет? Нет, она не стреляет, она, то есть, дает там потихонечку, то есть, вот, не меняется ничего. И энергия. У нее где-то стоит клапан какой-то, как мне он сказал. Короче, вот я взял и вообще не пожалел. За счет клапана вот этого что-то все работает? Да. Ну, вот, смотри, давай еще раз. Давай. Потихонечку, смотри. Зажглась. Давай еще раз. Это пропадает. Видишь? Ага. То есть тут вообще все что, чем вот эти вот там. Так, что делать?